21 октября в стенах Казанского федерального стартовала ежегодная научно-практическая конференция с молодыми журналистами КФУ. Конференция «Информационное поле современной России. Практики и эффекты» давно стала традиционной. Она отлично способствует повышению качества подготовки будущих журналистов. В заседании приняли участие не только студенты, но и профессионалы в области массовых коммуникаций. Открыла конференцию зампредседателя Госсовета Татарстана и председателя Союза журналистов Рима Ратникова. Со своими чертами такими медиасфера наша татарстанская. Но в то же время мы понимаем, что в каждом субъекте Российской Федерации свои возможности для выживания и развития. И сколько субъектов в России, столько и практик, собственно говоря, мы их, наверное, и собираемся обсуждать. Эту встречу заслуженно можно назвать насыщенной и дискуссионной. На ней обсудили воздействие на аудиторию в контексте современных общественно-политических и социальных реалий и еще многое другое. Конференция стала трибуной для конструктивного диалога по проблемам не только для журналистов, но и для их многочисленной аудитории. И, кстати, задач, которые придется решить современным редакционным работникам, действительно не счесть. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз. We'll be right back.